Состав общественной палаты региона обновился. Место директор НИИ материнства и детства Анны Малышкиной, напомним, теперь она занимает кресло депутата областной думы, займет ее коллега, заведующая отделом охраны здоровья детей и медико-социальных исследований Ольга Филькина. Вместо Любови Калмыковой, нынешнего председателя комитета по делам молодежи город-администрации, общественный контроль будет осуществлять Анна Васильева, директор компании по производству и пошиву ЗАО «Новость». Представители коммунистической партии предлагали рассмотреть кандидатуру бывшего депутата облдумы, главы Ивановского городского союза женщин Натальи Ковалевой. Парламентарии инициативу красных не поддержали и выбрали людей общественности неизвестных.